Страну советскому. А теперь немного музыки. Саша, привет. Добрый день. Расскажи, с чего все началось и как основывался твой первый коллектив? Ну, с чего началось? Началось это давно, в далеком 90-м году прошлого века, в республике Тыва. Группа единомышленников так собрали свой музыкальный коллектив, начали играть эту музыку. Группа у нас тогда называлась «Второй вариант». Мы отыграли год, потом, значит, «Второй вариант» у нас стал называться «Нон-облом». «Нон-облом» стал «Адепт-хорсом». С «Адепт-хорсом» мы уже более серьезно начали работать и вышли на российский рынок. Записали два диска. В Москве выпустили на General Records, была такая в 90-х годах музыкальный лейбл, вот. И так вот все началось. Потом увлеклись этнической музыкой, появился проект Диндос. В каких странах и городах ты бывал на гастролях? И где больше всего тебе понравилось работать? Ну, если брать за рубеж, ну, Франция вот больше, как бы, так сказать, больше любят этно. Вот поэтому очень много было концертов. Мы во Франции 28 концертов дали. Вот объездили всю Францию, играли. А вот в Польше мы ездили два раза в Польшу, выступали в Польше. А там очень интересная публика в Польше. Но это было 2004 год, 2004-2005 год. С какими известными рок-музыкантами ты знаком и ведешь общение до сих пор? Ну вот я в основном... У меня в основном друзья этнические музыканты, скажем так. Очень много хороших людей, музыкантов. Сергей Николаевич Старостин, допустим, патриарх этномузыки в России. Мы с ним до сих пор дружим, переписываемся. Стувинских музыкантов со звездами очень много. Та же Итха, Альберт Кувезин или, допустим, группа Хунгурту, это тоже мировые звезды. Вот мы с ними постоянно общаемся, дружим, иногда даем совместные концерты. Как случился переход в твоем творчестве от тяжелого металла к этно-року и что на это повлияло? Просто пришло время, не знаю, может я дорос до этнической музыки. Что повлияло? Ну, мне очень понравилось горловое пение, скажем так. Мы решили, что надо попробовать скрестить рок-музыку с горловым пением. Вот. И начали экспериментировать очень много. И потихоньку перешел вот такой вот переход, так скажем, от хард-рока в этно-рок. Когда у вас ближайшие концерты? Чтобы наши телезрители могли посмотреть не только интервью, но и побывать на живых выступлениях. Самое ближайшее выступление будет в городе Абакане, в кафе «Сальвадор», это перед Новым годом. Мы будем как раз показывать два проекта, это два моих проекта, это один проект «Дарки» и один проект «Диндос». Мы будем полностью показывать два этих проекта. Вот. А потом у нас концерт будет тоже в Абакане. Это будет где-то, наверное, после Нового года, зимой, с группой Shadowcraft,
совместный. Я думаю, мы там... У них будет презентация диска. И так как я являюсь продюсером группы Shadowcraft, мы тоже будем исполнять на их концерте несколько вещей. Желаем тебе, Саша, от нашей программы On Air больших творческих успехов и не терять рок-н-ролльного задора. Спасибо. Спасибо. Я пользуюсь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем музыкантам творчества, а всем слушателям хорошего настроения. Всем спасибо! Мы вас любим!